Сборная Азербайджана по футзалу готовится к матчу 6-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Команда примет сборную Греции. В предыдущем туре сборная Азербайджана сыграла в гостях в ничью с командой Словакии и обеспечила себе первое место в группе за тур до конца, став недосягаемой для своих соперников. Игра против Греции будет носить формальный характер, однако любой матч рассматривается как важный в связи с рейтинговыми показателями сборных команд. Представители азербайджанского футзала готовятся дать бой сопернику и постараются одержать очередную победу в групповом этапе. В первой игре против Греции сборная Азербайджана одержала победу со счетом 3-0. Очень серьезно вот эту игру. Надо большая дисциплина, не надо отдыхать, потому что это тоже для нас очень важно. Сейчас тоже лес посмотреть тут рейтинг. И надо очень серьезно, потому что когда мы сыграли там, увидим, как трудно, и здесь будет тоже трудно, хорошо, поэтому дай бог, будет все нормально здесь и сделать еще 3 очка.